Региональное ОМВД заявило об активизации телефонных мошенников, которые применяют отработанную схему. Звонят пожилым людям, рассказывая, что кто-то из их близких родственников попал в беду. Например, сбил пешехода и срочно требуются деньги, чтобы замять дело. Только за последнее время сразу два таких случая произошли в центральном районе Твери, где пенсионерки отдали мошенникам по 280 и 250 тысяч рублей. В московском районе города пожилую женщину убедили отдать 365 тысяч. В ходе мероприятий сотрудники полиции выяснили, что в вечернее время на телефон пенсионерки поступил звонок с неизвестного ей номера. Собеседница назвала ее бабушкой и сообщила, будто бы сбила человека. И срочно нужны деньги, чтобы компенсировать ущерб потерпевшему. Пожилая женщина ответила, что сможет ей помочь. И вскоре по договоренности передала 365 тысяч рублей приехавшему к ней домой курьеру. После этого женщина позвонила своей внучке и узнала, что никакого ДТП внучка не совершала и деньги у нее не просила. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. Соответственно, хочу обратиться к гражданам. Будьте бдительны, не доверяйте звонкам от неизвестных. Если родственники или знакомые просят вас о денежной помощи по телефону, отправляйте смс-сообщение с такой просьбой. Обязательно перезвоните им по телефону и уточните все обстоятельства. Ни в коем случае не передавайте денежные средства курьерам. Берегите себя и свое имущество.